Тревожная кнопка высылает сигнал на пульт 76-й пожарной части. Предупреждают, что тревога учебная. Если бы не это, на выезд в детское учреждение было бы направлено сразу несколько пожарных расчетов. Сегодня ограничиваются одним, который на месте через несколько минут. Эвакуацию проводят быстро и организованно, менее 3 минут. Докладываю, проведена учебная тренировка, эвакуировано 25 детей, 18 сотрудников. В здании никого, никто не находится. Пожарные развертывают рукава и имитируют ликвидацию предполагаемого очага горения. А уже на улице разговаривают с детьми о безопасности. Данные тренировки нужны для того, чтобы на случай возникновения, да, угрозы, там, пожара, все быстро, слаженно, без паники могли эвакуироваться без всяких происшествий. Чтобы дети не терялись. Вот вы знаете, сегодня была очень интересная даже такая лекция проведена именно для наших детей. Что нужно делать в таких ситуациях? И как самое главное оказалось, что не пугаться именно, да, убегать подальше, привлечь внимание, что если что-то возникло, не совсем пытаться там своими силами потушить. Главное не бояться. Самое главное, наверное, сохранить свою жизнь, жизнь и здоровье. Это очень важно. Тренировка плановой эвакуации прошла по поручению губернатора во многих социальных учреждениях области.